Предварительные итоги работы органов ЗАГС в 2016 году, планы и задачи на год будущий обсуждались сегодня на областном совещании. Отметим, что предстоящий 2017-й – это год столетия органов ЗАГС. В честь юбилея в Боровичах перед входом в местный отдел появится красная ковровая дорожка, а в Великом Новгороде, в бывшем здании городского пенсионного фонда, откроется дворец бракосочетания. Это здание, оно изначально было предназначено вот именно для дворца бракосочетания в Великом Новгороде. У нас же есть проект его реконструкции. Мы решаем сейчас вопрос финансирования. С начала года в 11 районах Новгородской области отмечается увеличение числа новорожденных. Самое существенное в Холмском, Батецком и Машинском. А вот количество регистрируемых браков в области, впрочем, как и по всей стране, незначительно, но сократилось. Одним из основных событий уходящего 2016-го в сфере деятельности органов ЗАГС стало начало предоставления услуг в электронной форме. Напомним, что с 1 марта у граждан появилась возможность подать заявление на регистрацию рождения, усыновления, заключения брака на портале госуслуг. Причем с 1 января это можно будет сделать со скидкой в 30% от госпошлины.